Юр, все нормально? Хорошо. Ну, поскольку у меня концерт, как всегда называется, «Поэзия полета», ну, вернее, два варианта. Это либо «Поэзия полета», либо «Красивая работа». Сегодня «Поэзия полета», поэтому мы с этой песни начнем, чтобы не забыть ее спеть. А дальше уже будут комментарии. Поехали. И лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, как звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей, пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить, чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой труд порой блеснет росинкой пота, там, где свинцово дышат облака. И все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый вылет новая строка. Над землей пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Спасибо. Перед концертом всегда пишу комментарии, потом без очков не могу их прочитать, и как получится. Поэтому сейчас такое коротенькое вступительное слово. В общем, вкратце смысл в том, что у нас сегодня не день авиации, не день Аэрофлота, поэтому я сегодня буду петь песни, которые, ну, не очень часто пою, скажем так. Я специально вот все те, которые были на прошлом концерте, или большинство, вернее, песен исключил из плейлиста, потому что получается, что как-то все одно и то же поешь, и сам же это все одно и то же слушаешь, ну и как-то надоедает. Вот. А есть другие песни, они тоже хорошие. И я их сейчас, сегодня буду петь, поэтому, извините, заявок не будет, потому что если заявки будут, то мы опять будем петь одни и те же песни. А люди в следующий раз еще меньше придут на концерт. Вот. И второй, значит, комментарий в самом начале. У меня сегодня меню концертное во многом связано с ноябрем. Я вообще думал, что я этот месяц не люблю, а оказалось, что у меня очень много песен вот,
где фигурирует или само название месяца, или события, которые в этот момент у меня случались в разные годы. Вот поэтому одно из таких событий, которое происходит в конце октября, в начале ноября, это встреча выпускников нашего училища. И вот 3 ноября меня приглашали на встречу на 30-летие выпуска 87-го года. Ну, все было, как всегда, душевно. Ну, и это повод вспомнить курсантскую тематику, которая, в общем-то, не очень много уделяю внимания. Кто куда, как птенцы из гнезда до конца, еще не понимали то, что это теперь навсегда до конца, еще не осознали то, что это теперь навсегда. Вместе съели немало мы соли понапрасну, судьбу не кляня, ах, как рвались, как рвались на волю, ах, как ждали последнего дня, ах, как рвались на волю, ах, как ждали последнего дня. И пришел он, и грех обижаться, праздник все целиком оплатил, только жаль вот, что вместе собраться нам теперь невозможно почти, только жаль вот, всем вместе собраться нам теперь невозможно почти. На себя и судьбу не пеняем, стало все-таки и явью мечта, и друг друга порою встречаем в самых разных аэропортах, и друг друга порою встречаем в самых разных аэропортах. Время дней, как страницы, листает, дарит новых друзей, но опять мужики, как мне вас не хватает, как хотел бы всех вас повидать, мужики, как мне вас не хватает, как хотел бы всех вас повидать. А в тот день, когда мы улетали кто куда, как птенцы из гнезда до конца, еще не понимали то, что это теперь навсегда до конца, еще не осознали то, что это теперь навсегда. Все это дело начиналось. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Штурвал берет другой пилот, а ты об этом лишь мечтаешь. И если видишь новый взлет, про все на свете забываешь, и в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь. Твоя любовь, твоя мечта, убрав шасси, уходит в небо, и мало слова. Красота,
И ничего прекрасней нету, ход времени неумолим. Наступит день, взревут турбины, и оторвешься от земли. Тебе послушная машина. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь, и держит курс другой пилот, а ты об этом лишь мечтаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Стих берет другой пилот, а ты об этом лишь мечтаешь. Ну и следующая песня тоже. Тут несколько песен подряд будут из курсантской жизни. В общем, песни шуточные, но как это, с долей шутки. Еще не орали команду отбой, и в роте никто не ложился. Я под одеяло залез с головой и даже подушкой накрылся. Лежал я в надежде, что скоро усну, от жизни нелегкой чуть-чуть отдохнул. Но в комнату черт притащил старшину, и дерзкий мой план провалился. Я думаю, к нам он случайно зашел, в надежде покушать, пожалуй. И пристальным взглядом обшарил весь стол, но там ничего не лежало. А я притаился, как мертвый лежал, а он где-то лазил и чем-то стучал. Он что-то искал или просто гулял, не видно из-под одеяла. Лежал я и думал, когда же он уйдет, но только он не собирался. Кому-то он вдруг рассказал анекдот и сам очень долго смеялся. Потом он к кровати моей подошел, меня под подушкой быстро нашел и глянул так грозно, как горный орел. Я даже чуть-чуть испугался. Бетовитный, ах ты, летит, твою мать, ты все и так рано отбился. Он мне предложил в туалете убрать, естественно, я согласился. Когда я уснул, то приснилось мне, что меня старшиной назначают и лычки снимают с того, кто меня бессовестно так угнетает. Вот если б так было, вот было бы ему, я счеты бы свел с ним моментом. Ведь не рапорта рисовать ни к чему, он сам бы забрал документы. Спасибо. Алматы, так непривычно, всю жизнь была Алма-Ата, сейчас Алматы. В гостях у моего однокурсника Эрика Казбагарова, он меня приглашал на первый самостоятельный вылет в качестве командира Эмбраера, его сына Дениса. Вот. Ну и, в общем, я уже второй раз у него был. В прошлом году в мае он мне организовал концерт там, в аэропорту, ну, в ДК в аэропорту. В этом году он тоже
ну, помимо вот этого мероприятия, еще один концерт был. Ну и когда мы у него в гостях сидим дома, он мне все время просил спеть песню «Первый поцелуй». Я ее написал неправильно, сочинил. Где-то, наверное, не помню, на первом или на втором курсе, но очень давно. Вот. И, в общем, я ее почти не пел, потому что она такая, ну, такая лирическая. Моя жена говорит, ну, это вот для женщин хорошо. А вот. А потом, когда я все-таки дома вспомнил ее, так реанимировал, вот, выложил ВКонтакте, и другой, значит, мой однокурсник, Юра Василенко, мы в прошлый раз мы здесь пели песню «Хочется домой», капитан Аэробаса 330-го, и мне, в общем-то, так удивительно, что ну, такие вот суровые, только что не челябинские мужики, такие монстры, да? А вот, и вот они просят эту песню, она им нравится. Ну, я думаю, раз я ее реанимировал, то и вам сейчас спою, может тоже кому понравится. Так я еще не спел. Конечно же, ну как его забудешь? Его тепло годами не остудишь, не заколдуешь, сколько ни колдуй. Вы помните свой первый поцелуй? И робость осторожного движения, и силу неземного притяжения, и все слова, что были не нужны. Вы помните внезапность тишины. В той весне далекая, счастливая пора. А кажется, что было все вчера. И кажется, что было все во сне. Далекая, счастливая пора. Песочных струй не властен, пусть оно себе струится, и через 20 лет, и через 30 вы вспомните свой первый поцелуй, вы вспомните свой первый поцелуй. Thank you.
Я вот эти песни еще не очень люблю петь, потому что у меня так-то голоса никогда не было. А тут еще он с возрастом подсел, поэтому вот эти вот все верхние ноты, которые кто-то бы спел там красиво, у меня не получается так. Я потом, когда на видео смотрю со стороны, думаю, не, больше не буду петь. Так что, может быть, даже вам сегодня повезло, что вы его слышали вживую. Ну и следующая история из курсантской жизни. Я вчера попался в самоволке, но неприятный случай, что здесь скажешь? Я ведь не хотел, но тут начальники, как волки, им не объяснишь и не докажешь. Да я ведь не хотел, но тут начальники, как волки, им не объяснишь и не докажешь. Никого обманывать не стану, убегать я даже не пытался. Я ведь уже как-то попадался капитану, и майору тоже попадался. Я ж неоднократно попадался капитану, и майору тоже попадался. Но по природе я не нарушитель, и люблю, чтоб все довольны были. Я же подходил к ним, я просил их отпустите, но они меня не отпустили. А я ведь подходил к ним, я просил их отпустить, но они меня не отпустили. А в нашей жизни часто так бывает, в город нужно просто до зарезу, а меня опять не отпускают, что же делать, я опять через забор полезу. Раз меня опять не отпускают, что же делать, и я опять через забор полезу. Сладок плод запретный по причине по такой. Ходят в самоволку все подряд. Злостный нарушитель ходит, и курсант простой, и даже ленинский стипендиат. Долго объяснять тебе, что толку, ведь давно, наверное, понял сам ты. Если не бывал ты в самоволке, то значит, просто не был ты курсантом. Если не бывал ты в самоволке, все понятно, значит, просто не был ты курсантом. Спасибо. Ну, кстати, мой инструктор Владимир Васильевич Мозговой, про которого песня про инструктора, вот он сказал, а я вот, когда курсантом был, я ни разу в самоволке не был. Так что, ну, значит, это как раз то самое исключение, которое подчеркивает правило, да? Следующая песня тоже связана с ноябрем. Вот. Ну, вот, надо сказать, в Новосибирске я приехал. У нас тоже сегодня там минус 3-5, как в Москве. Но у нас уже давно снег, у нас уже даже лед, я уже даже на рыбалке был на льду. А тут вот еще это. Снег-то был у вас? Камси-камса, да? Ну вот. Ну вот, песня, в общем, ориентирована на Новосибирск. Называется она «Старый трамвай». Пускай меня, не забывай меня.
сердцем храня, не покидай меня, не прогоняй меня, не потеряй меня, не потеряй. Старый маршрут с детства знакомый, только теперь все по-другому. Время, увы, неумолимо, старый трамвай катится мимо. Нашу любовь мы позабыли, может быть, мы и не любили, но почему в памяти всплыли слова? Не отпускай меня, не оставляй меня, не забывай меня, сердцем храня. Не покидай меня, не прогоняй меня, не потеряй меня, не потеряй. Столицы, говорят, заткнет за пояс. Он Венецию и Ниццу, говорят, что все мы будем обязательно гордиться тем, что выпало нам счастье там на летчиков учиться. Над картой я склонился, но города не вижу, там нет Богуслана и нету Бугульмы. Я слышал это где-то в окрестностях Парижа или чуть-чуть правее в районе Колымы. Говорят, кормить нас будут в самых лучших ресторанах и роскошные отели предоставят для жилья и хрустальную посуду, бани финские и ванны, и купаться в Черном море. Каждый день там буду я. Как жаль, что все не могут, да и мне помог лишь случай. И с завистью понятной друзья на нас глядят. Там женщины прекрасны, как в сказках самых лучших. И все курсантов любят, и замуж не хотят. Угостят нас для начала коньяком и шоколадом. И летать мы будем в Лондон, в Дели, в Бирму, в Тегеран. Ну скажите только честно, ну что еще курсанту надо? Нам в Актюбинске хреново, мы хотим в Богуруслан.
чешское стекло. Какой-то очень странный ресторан. Куда это на вибрации занесло? Вот это вот что? И есть был Руслан. 11 нетесанных столов. Посуда из железа, боже мой. А после угощения, ну просто нету слов. И сразу очень хочется домой. Где тут отель швейцар нам открывай. Свои вещички бросить нам куда? А это что, простите, за сарай? Ах, мы здесь будем жить? Вот я тогда. Скажите, а на море далеко? Да вовсе я над вами не смеюсь, что добираться будет нелегко. Ну ладно, я и душем перебьюсь. Где женщины, коньяк и шоколад? Хоть что-нибудь тут есть? Скажите да. Чего-чего? Какой еще наряд? Все ясно. Мы попали не туда. Спасибо. Вот еще одна сложная песня. Я ее редко пою по двум причинам. Во-первых, потому что, опять же, там надо тянуть. Вот сейчас не знаю, получится. Я сегодня, не знаю, спел раз пять, наверное. Вот, отрабатывая там переборы, все дела. Вот, если только я не сорвал на ней, вот, все, что у меня осталось от того, что можно назвать голосом, я сейчас попробую ее вытянуть. Эта песня называется «Баллада об икарах». Вот, на встрече выпускников, вот я познакомился уже лично, так мы с ним заочно, ну, то есть когда-то еще в училище давным-давно мы так пересекались один раз, ну, я не помню, а тут познакомились уже очно. Александр Якимов летает в Красноярске, у него роковое направление, он вот эту песню, они еще в училище играли ее в стиле рок, и вот недавно он ее записал в профессиональной студии, у него сын профессиональный музыкант, вот, в роковом варианте. Не знаю, мне очень понравилось, жене моей очень понравилось. Мы ее прям, не знаю, по несколько, раз пять, наверное, так по кругу мы прокрутили. Ну, хорошо сделано, красиво, на мой взгляд. Вот. Он мне даже дал минусовку, но все-таки я ее пою по-другому. И думаю, что ну, это вот как две разные хорошие песни. Да, то есть мой вариант хороший, его вариант хороший. И я как минимум не готов пока вот под минус ее спеть, поэтому... Попробую вот в акустике. Ну, наверное, буду ошибаться, но вы меня так сильно не судите. Остались немногие лица, и время для нас сохранило не все имена. Тех первых, которые в небо стремились, как птицы, а слава, не знаю, была ли она им нужна. Фанерках, надежды да светлой мечте. Но слабые крылья в то время так часто ломались, и кто-то уже никогда не пытался взлететь. В них мало
правду верил, и денег почти не платили тем, кто за один только взлет отдавал весь свой век. Но кто-то опять-опять расправлял свои крылья, и кто-то опять-опять начинал свой разбег. Конечно, он знал, может взлет обернуться падением, но снова взлетал и не мог высоте изменить. И, может быть, кто-то потом говорил с сожалением: ну вот, долетался бедняга, а мог бы пожить. Не нужно жалеть тех, кто прожил красиво, хоть мало. Достойны они отношения иного к себе. Короткая жизнь, что красивой легендой стала, должно быть, еще не в одной отразится судьбе. На снимках музейных остались немногие лица, и время для нас сохранило не все имена. Тех первых, которые в небо поднялись, как птицы. Жизнь стала легендой, а слава была ли нужна? Песню я в главную поставил в этот самый в плейлист, а потом, когда стал что-то так думаю, что ж про нее-то сказать такое. Ну, в принципе, нас же. Комментарии какие-то. Я сначала попробовал каждой песне комментарий написать. Потом получилось, что мы либо поем, либо комментируем. Вот. Поэтому я стараюсь как можно короче это было. Ну так вот, песня про Душанбе, оказывается, тоже с ноябрем связана. Потому что мы туда полетели совершенно случайно, и это дело было 7 ноября. Вот. И мы когда туда летали, еще мы жили в большой советской стране. Вот, и мы когда в Душанбе прилетели, там как раз при заходе на посадку видели, как в городе праздничный салют давали. Вот. Ну а яркое действительно впечатление было, потому что у нас уже было очень холодно, а там было очень тепло. Воздухом в лицо Таджикистан вдохнул нам ассаламу алейкум. Устал, приятель, отдохнуть пора маленько, ведь мы летели целый день. В конце концов, мы здесь случайно в первый раз, и кое-что вполне понятно с непривычки впечатляет. У нас в Сибири уже шубы надевают, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Как у нас здесь есть киоски спортлото, и на базаре дед по-русски матерится. Но вот в Сургуте завтра будет минус 30, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Еще не все на грядках срезаны цветы, под ветром теплым листья вдруг зашелестели,
И так не верится, что где-то есть метели. Лежат снега и все сады давно пусты. У них здесь горы, все понятно, а вот он. Они от холода тальчиков защищают. И потому же весь север замерзает. А в Душанбе еще все ходят без пальто. Мы не успели съездить в город, ну и что? С утра пора уже в обратную дорогу. Мы не увидели, наверное, очень много. Зато мы тоже погуляли без пальто. С утра пора уже в обратную дорогу. Мы не увидели, наверное, очень много. Зато мы тоже погуляли без пальто. Зато мы тоже погуляли без пальто. Зато мы тоже погуляли без пальто. Эта песня я тоже не вытягиваю, тоже надо, пора ее исключать из регламента. Песня хорошая, жалко. Ну так вот, у нас в Сибири, уже шубу надеваю, но, и у нас ноябрь, как раз связан с первым снегом, вот, иногда даже и в октябре, вот, но отдельные аномалии сентября не будем, но в среднем где-то все-таки ноябрь. Вот, и следующая песня называется «Снежная премьера», эта песня не моя, а ее в 1974 году написал киевский инженер Александр Решетько. Это я узнал, вот, когда уже начал в интернете искать автора, потому что я услышал ее в первый раз. Я когда в 10 классе учился, у нас был по городу конкурс «Солист гитары», и по телевизору показывали Николая Гнеткова, который, значит, эту песню исполнял, и я был уверен, что это его песня. Вот. Ну, потом думаю, дай проверю на всякий случай, я так бы его представил. Вот. Ну, в общем, просто красивая песня. Сегодня лучше всех мы встречаем первый снег. По словам бюро прогнозов, ровно в 7 приходит поезд. Привезет он первый снег. В зале музыка и смех. Весь торжественный, сонный поезд подойдет к перрону. Из вагона номер 7 незнакомый выйдет парень. Скажет: здравствуйте, я снег. Смех и удивление в зале. Значит, снова не узнали. Улыбнется и растает. Но заметят все внезапно: снег на площади вокзальной, на машинах, на деревьях. Зал притих от изумления. Снег на улицах, ресницах, снег на лицах, рукавицах. Арлекин читает прозу, у первого счастья слезы. Все нашли свое призвание, пусто в зале ожидание. Всех не звонить.
просто грех. Я звонил вам, но поверьте, нет давно уже на свете двухкопеечных монет. В зале тихо гаснет свет. День сегодня лучше всех. День сегодня лучше всех. День сегодня лучше всех. Следующая песня отношение к авиации, в общем-то, тоже не имеет, ну, так опосредованно. Просто я давным-давно отдыхал, первый раз в жизни был в Сочи, вот, и под балконом гостиницы увидел как раз тут два бамбуковых прутика. Вот, и первоначально я-то думал, что придумаю песню о том, как растут бамбуковые удочки. А, в общем, получилось совсем по-другому, потому что песня нас сама выбирает, какой ей получится и про что она будет. Я как-то раз собрался отдыхать. Короче, Сочи, море, знойный юг, в моем дворе цвела черемуха. А мне взглянуть хотелось на бамбук. В моем дворе цвела черемуха. А мне взглянуть хотелось на бамбук. У нас ведь тоже есть что наливать. Зачем ты едешь? Спрашивал мой друг. Но я сказал, что еду не бухать, а посмотреть, как там растет бамбук. И он меня с комфортом, как таксист, в аэропорт с семьей привез и вдруг смахнул слезу, сказал, бывает турист, потом расскажешь, как растет бамбук. И вот уже лежу я на пляжу, а мимо ходит множество подруг, но я с семьей и я себе блюжу, ни на кого я даже не гляжу, и думаю лишь только про бамбук. Какие здесь роскошные сады, а в них черешня, цитрусы, урюк и много всякой прочей ерунды. И между прочим, здесь растет бамбук, тут розы и магнолии цветут. От ароматов дивных мне каюк и елки рядом с палками растут. Но главное дело, здесь растет бамбук, и елки рядом с пальмами растут через одно. Но главное дело, здесь растет бамбук. А если ты заглянешь на базар, увидишь столько всякого вокруг, что сразу разбегаются глаза, и даже забываешь про бамбук. Есть белый сыр и красное вино, орех есть и грецкий, и фундук, я здесь жить останусь, решено. Тем более, что здесь растет бамбук. Да, я чуть было не забыл сказать, что на базаре был, конечно, лук, укроп, петрушка, перец и кинза. Но только вот эта песня про бамбук. И я там накололся невзначай, купил любимый краснодарский чай, а после дома пачку вскрыл, и вдруг гляжу, не чай, толченый там бамбук. Благословенный, благодатный край, здесь просто рай для бомжей и ворюк, для остальных здесь тоже просто рай. Что характерно, здесь растет бамбук. Синело море по волнам его, плыл теплоход, похожий на утюг. Я видел много всякого всего, я видел даже более того, я даже видел, как растет бамбук. И пусть жена мне выразит протест,
Я видел много нежных женских рук и стройных ног и всяких прочих мест. Еще я видел, как растет бамбук. Спасибо. Так, пытаюсь чередовать песню такую веселую, грустную, веселую, грустную. Потом следующая песня была грустная. Кстати, вот спорят и наши выпускники, там, и не наши выпускники. Одни говорят, что этот самолет там стоит во Внуково, другой самолет там стоял в Актюбинске на стоянке. Там называют все что угодно, кроме того самолета, который меня на эту песню, значит, вдохновил. Это было на стоянке Як-40, стоял там вдали от других самолетов списанный Ил-18, а мы на Як-40 ходили в караул. Ну вот я так вот мимо него проходил, и вот такое вот грустное зрелище, конечно, и песня появилась. Он стоит в стороне от других самолетов, не подвозят давно пассажиров к нему, и свое отлетав, и свое отработав, он не нужен теперь никому, никому. Он не нужен теперь никому, никому. Неподвижные винты и безлюдные салоны, и хоть вид его горд в формах силой стать, но уже никогда не бежать по бетону, но уже никогда над землей не взлетать. А ведь было же время, и били турбины, были взлеты, посадки и жизнь. Но потом командиры ушли на другие машины, командиры ушли и забыли о нем. И забыли о нем. Это всем суждено, хоть, конечно, печально. Только время приходит, и кончен полет, а ему все равно. Часто снится ночами и бескрайний простор, и стремительный взлет. Что за болезнь и за что его любят, не всегда и не все объяснить мне могли, но тоскуют о нем самолеты, как люди. Если стало сильней притяжение земли, если стало сильней притяжение земли. Спасибо. Вот следующую песню я уже несколько раз пытался начать и все время забывал первый аккорд. А сейчас вот не забыл, поэтому спою. Толмачёва, Стрежевой, Нижневартовск, запасной, по заданию 2700, пассажиров 42.
вперед, связь ведет второй пилот. Николай шасси убрал и уснул давным-давно. Мы набрали 6600, подключая автопилот. Сам летает самолет, но и пусть себе летит. Взял, повертел, перелистал, карандаш потом достал и стал разгадывать кроссворд. По расчету 2.05, время некуда девать. Если б я умел вязать, я б связал себе носки. Журнал и газетку почитал, и затылок почесал, чем заняться бы еще. Командир сегодня горд, разгадал он весь кроссворд. Там ему советский спорт, там еще кроссвордик есть. Спокойно спал, вдруг чего-то застонал. Очевидно, снится сон про несчастную любовь. Мы летели, как всегда, только врали привода. В результате все равно прилетели в стрижевой. У меня Алексей, который звукозаписи занимается, эту песню называет «Бандитский Петербург». Ну, она так по тональности, по минорности напоминает немножко. Ну, тоже про ноябрь. Где листья давно облетели, в ту позднюю осень, где завтра зима и метели. Давайте вернемся, давайте у Бога попросим. А там первый снег перемешан с дорожной грязью, из веток сырых там костер разгораться не хочет. Давайте вернемся, ведь я не просил вас ни разу. Давайте очнемся холодной ноябрьской ночью. Но все ненадолго отбросим. Давайте вернемся туда, где мы счастливы были.
Давайте вернемся туда, где мы счастливы были. Давайте вернемся в холодную позднюю осень. Давайте вернемся в холодную позднюю осень. Спасибо. А кто-то считает все это химерой и вздор, и не променяет покой на разбег и простор. И жив будет хлебом единым не в силах понять. Красивое небо, красивое дело летать. Красивое небо, красивое дело летать. Скользить, как по снегу, легко километры листать и чиркнуть небрежно по облачной вате крылом, паря безмятежно в просторе небес голубом. Красивое небо, красивое дело летать, нестись к горизонту и вдаль его отодвигать, меж замков воздушных, что плавно плывут над землей, пугая порою своей красотой грозовой. Красивое небо, красивое дело летать. И все начиналось когда-то со слова «мечта». Красивое небо когда-то давно выбрал ты, чтоб всю свою жизнь любоваться землей с высоты. И ты от земли оттолкнувшись летел выше птиц, в пространство, где нету пределов и нету границ. Частицей вселенной поможет себя осознать. Красивое небо, красивое дело летать. Химеры и вздор, и не променяет покой на разбег и простор. И жив будет хлебом единым не в силах понять. Красивое небо, красивое дело летать. У нас перерыв. Перед перерывом хочу сделать еще несколько объявлений. Во-первых, напоминаю насчет замечательного календаря, который вы можете приобрести на стойке. Там же рядом мои диски, если кому-то еще вдруг... Если есть люди, которых еще нет. Вот. И по поводу следующего моего концерта. Он будет 3 февраля, это будет тоже суббота. Вообще день Аэрофлота 9 февраля, но поскольку там эти даты уже заняты, вот
ближайшее, что я смог выбрать, вот в субботу, да, чтобы никуда не торопиться, чтобы прийти, в общем. Ну, сейчас перерыв, я думаю, 20 минут нам хватит. Вот, диски, кому надо будет подписать и сфотографироваться, это уже после концерта. Вот. Все, перерыв.